К сожалению, действительно, хотя Россия является де юре союзницей Армении, но политика России, как минимум, если мягко даже говоря, это антиармянская политика, потому что полностью Россия свои действия координирует с Турцией, с Азербайджаном, у них совпадают интересы. Есть информация, нам и получена из Москвы, из таких очень серьезных источников, что именно вот эта война была, это договоренность между Эрдоганом и Путиным. Путин дал добро, чтобы Азербайджан нарушил перемирие. И до этого, мы знаем, это уже как бы есть неоднократные источники об этом говорят, скажем, в Сотке, вот где вот золотые прииски, ровно 6 часов до нападения вот азербайджанцев российские миротворцы были выведены оттуда. То есть заранее все это было подготовлено.